Претендовать на поддержку администрации могут социально ориентированные некоммерческие организации, которые соответствуют определенным критериям. В том числе НКО должны работать на территории Сарова, причем если раньше организация должна была существовать не менее года, то теперь срок ее регистрации не важен. При этом нельзя иметь задолженностей. Важны и другие параметры. Вести активную общественную деятельность на территории города с привлечением как можно большего количества жителей города вовлечением в свою деятельность, понимаете, то есть волонтерская деятельность, да, спортивная деятельность, культурная деятельность, понимаете, то есть образовательная деятельность, то есть это все учитывается как раз при подведении вот этих итогов. В этом году комиссия, в состав которой входили представители администрации и депутаты, высоко оценила проекты «Строевой смотр 2019», «Культурно-просветительский марафон Победы» и создание новых экспозиций в Музее военно-морской славы. Их авторы – общественная организация «Воин», общественное движение «Молодежь Сарова» и организация ветеранов военно-морского флота, соответственно. Также средства получат еще несколько организаций. Нижегородское региональное историческое общество организации 1945 с проектом мероприятий по патриотическому воспитанию граждан посредством проведения военно-исторических реконструкций открытых уроков музейно-выставочной деятельности. С баллом 2835 представляет субсидии в размере 100 тысяч рублей. Аналогичная сумма будет выделена Совету ветеранов за проект «Через общение к активной жизни и долголетию». Тем, кто набрал меньше баллов, субсидия не предоставляется. В течение года грантополучатели должны реализовать свои проекты и отчитаться о потраченных средствах. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.